У меня тут на расстойке стоит чиабатта. Тоже на закваске. Видите, какие пузыри она дает? Большие прям. Вот они. Сейчас, если у меня получится с ней поиграть, ее надо вот так вот вытаскивать. Вытягивать. Вот он пузырь. Одной рукой не очень удобно это делать. Расскажу вам потом отдельно рецепт, может, сниму сейчас. Поставлю подставку, может, с подставкой будет получше. Вот, видите, во-первых, она на закваске. Тесто идет хорошо, поднимается. Ее прям надо вот, вот раз, потянул, сложил. Раньше я много пила чай. Пекла чиабатты, но пекла я ее мокрое тесто такое на дрожжах. Вкусно было. Но все равно с закваской хлеб другой. Вообще другой. И вот где-то часа 4 подряд с этой чиабатты, конечно, приходится развлекаться в формате того, что ее надо вот так вот вытягивать постоянно. Складывать. Тесто, видите, оно такое мокро-тягучее. Не знаю даже, как он показать его. Липучее. Оно должно быть именно таким вот мокрым. Мокрым. Другим оно не должно быть. Так, ладно, оставлю его дальше на расстойку. Я его работаю крестьянский. Вот так крышкой накрываю.